Ну, вы ограничиваете меня сразу в ответах. Что значит интрига или недовольство его работой? Я думаю, что ни то, ни другое. Ни интрига и ни недовольство. Плюс-то у него все в порядке в жизни. И так, поработал на государевой службе, заработал денег в бизнес-структурах. По некоторым данным, даже он где-то работал там, и где-то пакет его остался в тех структурах, где он работал раньше. Этот пакет монетизировался в деньги. Он одаренный человек, молодой, у него все впереди. Поэтому все сложилось так, как сложилось. Плюс он креативный парень и не хотел работать по тем правилам, которые ему навязываются.